Друзья, всем привет! У нас сегодня пополнение, а точнее им уже где-то 4 дня цыплятку, 15 штучек у нас тут новеньких. Понемножечку осваиваются в нашем брудере. У нас тут водичка есть, кормушка тоже. Мы еще одну кормушку поставили туда на всякий случай. Вдруг им неинтересно будет оттуда кушать. Но я так смотрю, что один все-таки туда клювик свой потихонечку засовывает, да? Цыпа. Вот такие у нас цыплятки. Да, брудер у нас очень старенький. Ему, наверное, уже или второй, я уже не помню, или третий год уже идет. Я его делал из обрезков, но он стоит крепкий. Там у нас второй уже пустой брудер. А подросших бройлеров я уже сюда перевел. Вот они. Водичку пьют. Остальные спрятались в тенечке. Не знаю, что-то им неохота ни кушать, ни пить. Я им поилку также сделал, ниппельные. Пока у нас временная перегородка стоит. Труба ППР и труба канализационная, это 50-я. Здесь я в заглушку припаял трубу. Это как временная. В дальнейшем я буду делать бачок себе расширительный. Вот наподобие такой канистры, только с широким горлом сделаю себе, поставлю вот сюда и подведу к трубе. И поставлю туда поплавочек, как из унитаза, как вот в этом устройстве я делал поплавок, и в радиатор водичка стекает. И еще я кормушку сделал тоже из трубы канализационной, которая у меня была на этих бройлеров. 50-ка. Переходник с 50 на 100 и сама 100 труба, ну пока отсюда они мало кушают. В основном из вот этой кормушки 5-килограммовой. Вот такие вот у нас цыплятки. Потихонечку подрастают. Осталось где-то дней 15 до убоя. Я выложу видео, сколько они веса наберут. И выход мяса. Ну все, друзья, давайте подписываемся, ставим лайки и делимся с друзьями. Всем до встречи, пока!